директор академии, я думаю, что вам есть смысл называть состав хозяев. Ну, я не хочу отнимать хлеб от вас, так что давайте, вы объявляете, а я могу просто сделать какие-то реакции, удары и вообще-то заработать. А, это не штрафной, это угловой. Это угловой, да. Подача низенькая, в лучших традициях Андрея Аршавина. И контратака Барселоны. Роняй. Да. Правильно. Ну, вы игроку, конкретно какому определяет вратарь уже по расстановке. Кстати, хорошо. Вот теперь важно выйти из-под прессинга. В академии у нас с определенного возраста уже занимаются тактикой. Как раз этот выход очень часто какого-то сближения. Не втыкаются. Активного, да, активного. Нет давления на игрока с мячом или даже без мяча. То же самое это существует, работает. Это надо делать, предвкушая передачу. Кому она должна пойти? Поставил корпус и заработал аут в этом эпизоде Вахани. Зырянов первый раз вышел. У нас теперь и в молодежной команде есть свой Сима. Двигай Сима, это прямо из поколения в поколение передается. Я смех-смехом с Вадимом Симутенко. Перевод направо. Вот один в один. Интересно, пойдет в обыгрыш. Агрессивно, активно, да. Пробросил лицевую. Попытка есть. Вот это активно наши подмечи открывают. Сейчас наш адресат хорошо сыграл. Вот сейчас не пожарить, спокойно хорошо разобраться с мячом. Да, пошел. Далее, атака по фланге. И вы слышите, как... Вот то, что надо делать. Но это был хороший подход. Хороший. И самое главное, эта атака закончилась подачей и активным сближением к крайнему. Смотри, подает второй раз. А тут, конечно, нужно сразу зону закрывать. Ну нет, смотри, поле... Вот сейчас, видите, как близко сыграл по приему мяча. И сразу, да, перехват, отбор. Мы сможем спокойно настроить баланс. Баланс белого. Покажись ему, подсказывает... Георгий Сергеевич, опять же, звукорежиссер, спасибо, микрофоны расставили для того, чтобы мы в трансляции слышали. И вот как раз Сибриан подсказывает своим. Вот Сингенкин, это у него появился с Саранска в 9-10 лет, в 10-12. Лучше сам пробью. Тем более, что молодой человек, судя по всему, все-таки знает, как это делать. Удар получился хороший, плотный, во многом. Зрячий, самое главное, бил в дальний угол, не просто, да, в створ ворот. Здесь блестяще действует Вахания в обороне. Сохранить, постараться, да? Через игрока надо было сыграть, сохранить. Чтобы опять не было вот этого давления командного, опять отбирать, опять тратить больше сил, энергии. Первый подкат сегодня на игрок дебюта. У него неплохие данные, посмотрите, какой рост. Большой. Мощный парень такой. Достаточно быстрый. То есть. На мордовской каше вырос. Первые 15 минут, 10 минут, то есть большая инициатива. Я правильно понимаю, у футболистов все равно там уходит какое-то время на то, чтобы привыкнуть. Да? Одно дело по телевизору, смотри, какой наглый. Хорош, Абделькадер. Тактика ведения игры. Красиво сунул пятку Ореольсен де Вилла Куик. И игра не грубая. Всего лишь второе нарушение правил. Постараться придержать его, но не все всегда получается. С другой стороны, такие матчи как раз для такого рода инициатив и придуманы. Хорош. Молодец. Поставил корпус. Позиционная на левом фланге. Вахания бросает недалеко. Еще один аут зарабатывает молодежная команда «Зенита». Ну, не всегда, может быть, надо играть в одно касание. Вот, то есть вот эта спешка, она иногда дает неточную передачу. Даже если мы посмотрим за барселонскими игроками, то есть не всегда они играют в одно. А если мяч, так сказать, неудобно, да, мы видим Александра Киржакова, с которым я поговорил, мы с ним говорили о сборной. Вот. Уже сейчас, правильно я понимаю, первого года. Саша еще отсматривает. Ну, прекрасно. Хотелось бы, чтобы еще отсмотрел, может быть, от нас и для своей сборной, да, с нашей, да, академии. Два в одном. В троих. С опасностью контратаки. Вот. Ну, как хорошо, скрещивание на фланге. Хорошее забегание прошло. Да, здорово. Аггилар поддержал. Прямая
На самом деле, дорогие телезрители, сыпем сейчас годами рождения. Не просто так, в этом возрасте 365 дней разницы на самом деле дает иногда гигантское преимущество по физике. Вы же понимаете прекрасно. Даже я думаю, что бьешь, тем лучше. Ну, особенно на последней третьей поле. Пока вот я вижу, да, вот, стиль игры не поменялся и тактика игры не поменялась. Вот опять Вахани, конечно, один в один он явно переигрывает, конечно, своего визави нападающего. Барселона демонстрирует нам контроль на протяжении, наверное, секунд 90, но в итоге, смотрите, сейчас без обводки, вот опять принимает спиной, хороший. Здорово, зуб точно не сын. Так, Игнатович, центр. Да, ух ты, прям давай бегай. Ну вот полез опять, один. Опять. Ну, во-первых, все-таки центральный защитник, так скажем. А тут Родригес был в положении вне игры. Ставь спину. Это желтая карточка чистой воды. Вы знаете прекрасно, что сейчас судится не реально нанесенная травма, а намерение. Нагруаль, Диего Лопес, Нугайраль, прошу прощения. Согласен. Ну, вы понимаете прекрасно, здесь сейчас звучит этот комментаторский штамп про то, что ошибки – это часть игры. Вот здесь без нарушения, здорово. Наоборот, даже барселонец подхватывал. Заброс за спины. Нет, Кампос хорошо выходит, забирает мяч. Здесь и блестящий отбор в центре, и моментальная блестящая потеря. Что, дальний удар? Ну, кстати. Ну, опасно. Ван Бастен, понятно, с другой точки забивал ворота. Да, с двух ногах нельзя стоять, к сожалению, в футболе. Это можно, но только не в футболе. Ну, там, не знаю, водное поло, хорошо на дне стоять на двух ногах. Брайан Пенья Перес Виго, 21 номер, забивает. Здесь вот дали выйти. Вот здесь не доработал Колдунов. И центральные защитники опять. Да. 80. Колдунов не доработал, и